С сегодняшнего дня красноярцы могут навсегда забыть о нехватке денег на мобильном телефоне. Каким операторам нужно подключаться, чтобы быть всегда на связи, расскажет наш корреспондент Роман Рыков. Исходящая связь недоступна. Пополните ваш баланс. Очень часто деньги на мобильном телефоне кончаются в неподходящий момент, но теперь абоненты Енисей Телеком могут забыть о неудобствах, если воспользуются автоплатежом. Счет будет пополняться с их банковской карты. Данная услуга предоставляется бесплатно, и платежи совершаются без комиссии. В настоящее время данную услугу можно подключить через мобильный банк и Сбербанк онлайн. В ближайшее время услуга «Автоплатеж» станет доступна через устройство самообслуживания и банкоматы Сбербанка России. Все настройки можно выбрать на свой вкус и кошелек, и сколько денег должно прийти на счет, и пороговый баланс. Пороговый баланс – это то значение баланса вашего телефона, при достижении которого срабатывает услуга «Автоплатеж». Он может быть от 30 рублей и выше, а сумма пополнения от 50 рублей до 10 тысяч рублей. В целом по стране к автоплатежу от Сбербанка уже подключились 5 миллионов человек, и ежедневно их число растет. Они уже оценили все удобства этой системы. Это очень значимое событие. Мы заинтересованы в том, чтобы наши абоненты всегда были на связи. И с помощью услуги «Автоплатеж» от Сбербанка они получат очень простой и эффективный способ использования своих денег и своего счета. Услуга действует в 6 регионах. Красноярский край, в том числе и Таймыр, Хакасия, Тува, Алтай и Кемеровская область. Роман Дриков, Андрей Магомедов, «Вести Красноярск».